Возьми сливы. Подгорел, подгорел. Пила салат, здесь зелень. Страшно, Мирон? Да. Ого, ты как натренировал руку. Вкуснейший, сытный, ароматный. Кушать наш горелый. У нас погодка распогодилась. Ты просыпаться будешь? Я хочу до ДМ прогуляться. Вот наши покупочки. Чечевичные чипсы. Вот такой у меня ужин сегодня. Мирончик сегодня плакал ночью. Основной упор, конечно, на ягодицы. И активировать статус переболевшего. Хотя бы тебе ничего не запихивали в рот, в нос. Это будет наш проходной билет в жизнь на полгода до 22 июля. Такие кубики деревянные разноцветные. И сам вырезает. Но у него хвост какой-то странный. Я решила спокойно распаковать свой календарь. Я на днях искала крем для лица. В пятом окошке пудра. Это трехступенчатый уход. Декоративная косметика и уходовая. В школах и в садиках отменили занятия. Мы с Мироном сели ужинать. Вот это варенье мне очень понравилось, с манго и с вишней. У нас на завтрак сегодня оладушки на овсянке и торт вчерашний, очень вкусный. И чаек. Зайчик, ты тортик кушаешь, Мирон? Витя с Мироном поехали тест делать. Мирончик, пока-пока! Пока-пока, сынок. Я тоже время зря не теряю. Пойду в магазин. Мне нужно купить муку, потому что у меня вообще ни грамма муки нет. Сегодня я делала даже панкейки с овсянкой, просто перемолола ее в муку. И я обычно утром всегда замешиваю хлеб на завтра, но нечего замешать. Поэтому вышла, иду в магазин. Возьму сливы. Здесь ягоды по акции 3,19. Сыночек, на. Мама принесла с магазина. Поможешь маме? Спасибо большое. А что ты за хлебом не хочешь поехать? Ну, поеду, конечно. Мы все поедем. Мирончик сумки разбирает уже прям тут. А у Вити тренировка. Мы сегодня про хлеб забыли. Он у нас в духовке сгорел, можно сказать. Ну, в принципе, там мякушка хорошая, но подгорел. Подгорел все равно. И мы хотим за хлебом съездить. Мои покупки, все, что я могла донести сама. Купила помидоры, 2 авокадо, лимоны у нас закончились. Мука 2 килограмма, голубика, сливы красные, 2 цукини, 2 огурца, копченый тофу, натуральный тофу, айсберг. И купила семена. У нас в этом году вроде как должен быть огород. Мы хотим в аренду взять. Купила салат, здесь зелень, ассорти зелени всякой разной, редиска. И петрушка. Страшно, Мирон? Папа тебя использует вместо утяжелителя. Как папа делай, Мирон. Тебя тоже... Вон, видишь, и мальчик тоже так делает. Руку тренирует. Пацан делает. И ты пацан тоже. Ого, ты как натренировал руку. Дай потрогал. Вообще классно. Сынок, вон, возьми так еще. Сынок, так вот, и потом тренируйся. Держи. Не болит? Нет. Классно. У тебя, значит, много силы. Вот, давай вторую. Возьми вторую и двумя руками делай. Вот. Вот так молодец. Он показывает в домашних условиях, как можно тренироваться. Подручными средствами. Трудно уже? Все. Все. Да, уже сильные руки стали. Да, вижу, вижу. Ну, вон какие выросли руки. Не падаешь? Вот вы с папой молодцы, сынок. Давай, Бади.
Головка заболела? Чуть-чуть. Да. Да-да. Пока у них тренировка, у меня правильное полезное питание. Сынок, нравится с папой тренироваться? Сыночек. Что он выберет? На обед я решила приготовить плов с нутом. Для этого я обжариваю лук до такого полупрозрачного состояния. Потом я добавляю морковку, заранее замоченный на ночь нут и специи. Просто насыпала там на свое усмотрение. Далее добавляю промытый рис, равномерно распределяю рис по поверхности, закапываю в рис 3 зубчика чеснока для аромата и заливаю водой. 20 минут под крышкой на медленном огне и плов готов. Из специй я добавила мускатный орех, куркуму, паприку, немножко карри, сушеный чеснок, прованские травы и соль. Честно сказать, такой плов я готовила впервые, но он нас очень порадовал. Получился вкуснейший, сытный, ароматный, питательный и очень аппетитный. Совсем забыла сказать, что рис я использовала круглозерный. Такой плов прекрасно усваивается организмом, он не жирный, а по вкусу совсем не уступает. И кстати, чтобы плов получился не сухой, у меня есть такой секретик, я всегда беру равное количество риса, моркови и лука. В данном случае 200 грамм риса, 200 грамм лука и 200 грамм моркови. Даю я плов всегда со свежими овощами, добавила немножко фасоли и тофу. Решили мы за хлебушком не ехать и кушать наш горелый. Все, сынок, папа на работу уходит. Пойдем провожать. Убери. А можно папа тебя поцелует? Любовь, удачи тебе. И мы тебя будем ждать, как всегда. Хорошо. Пока-пока. Мы пришли спать уже с Мирончиком. У нас погодка распогодилась. Мирончик уснул, Витя уехал на работу, я буду монтировать видео. У нас уже 5 час, а Мирончик все спит и спит, и не хочет больше просыпаться. Мирош, ты просыпаться будешь? Не хочешь, хочешь только спать? Все, мы вышли на улицу, я хочу до ДМ прогуляться, посмотрим, что-нибудь там купим. Уже давно мы там не были, у нас закончилось и молоко овсяное, и паштет. Все, пойдем. Мы пришли в ДМ уже. Мирон складывает муку на место. Мирончик! Пойдем дальше. Все, пойдем, сынок. Пойдем. Все, мы закупились и даже забежали в турецкий магазин. Купили там лепешки и зелень. Все, Мирончик согласился одеть куртку, сесть в велосипед, и мы поедем домой. Вот мы и дома. Вот наши покупочки, это то, что мы могли сами на себе донести. Я купила кокосовую воду, овсяное молоко 2 литра, это просто водичка газированная. Смесь орехов и клюквы, сушеный манго, чечевичные чипсы со вкусом паприки, веганские протеиновые батончики. Мирон прихватил бомбочку для ванны, тонкий лаваш. И зелень, петрушка и укроп. Из-за того, что Мирон съел на улице целый лаваш, он кушать теперь не хочет, и я ему положила небольшой такой перекусик. Ягодки, сухофрукты, орешки, яблочные чипсы и сушеный манго. Я на ужин хочу скушать вот такую лепешку. Специально ее пока не завернула, чтобы было видно, что я положила. Здесь авокадо, тофу, помидор, белая фасоль в томатном соусе, огурец, зелень. Сказала, что себе в итоге Мирон кушает, и слава богу. Я себе сделала новую лепешку. Вот такой у меня ужин сегодня. И плов, который на обед готовила. Немножко кетчупа захотелось. Кто тут спрятался? Сам. Мирончик, доброе утро. Всем доброе утро. Доброе утро. Ты сердечко маме даришь, да? Люблю, я тебя тоже люблю. Мирончик сегодня плакал ночью. И мы спросили, что ему приснилось. Он сказал, сейчас покажу. Вот это он сказал, ему приснилось. Морская свинка. И потом тебе грустно стало, и ты заплакал. Дяди. На завтрак у нас такие же лепешки, как и вчера были на ужин. Здесь огурчик, помидорчик, фасоль,
тофу, айсберг, зелень и авокадо. На завтрак еще плов, который я вчера готовила, и лепешка. Да, сынок, это я прогрела на сухой сковородке лепешку, чтобы она теплая была. Всех накормила, могу быстренько заняться собой, своим телом. Решила сделать зарядку, занимаюсь, как всегда, по каналу Vivi Pro Fitness. Мне очень нравятся эти тренировки, очень необычные упражнения. Иногда есть такие упражнения, которые трудно делать, и мозг не хочет их понимать. Они какие-то такие незаурядные, непривычные, необычные. Но в таких упражнениях задействуются глубокие мышцы, и они очень эффективные. Обычно после тренировки я уже к вечеру чувствую свои проработанные мышцы, и меня это, конечно, очень радует. На этот раз я выбрала тренировку, она называется антицеллюлитный пилатес для ягодиц. Основной упор, конечно, на ягодиц, но также идет глубокая проработка тазобедренных суставов, и, конечно, прорабатываются и все остальные части тела. У нас дождь льет, мы боимся выходить. Прям заливает нормально. А Мирон без куртки хотел проскочить. Папа вернулся за курткой. Все, побежали мы. Подождем. Мы поехали, хотим сделать актуальные тесты, зайти в аптеку и активировать статус переболевшего. Мы сидим в машине, сделали тест, подъехали уже к аптеке и ждем результата нашего теста, когда придет. И сразу пойдем в аптеку все активировать. Хорошо, что в этом тест-центре можно было делать тест с плевка. Хотя бы тебе ничего не запихивали в рот, в нос, и ты просто мог с этим, грубо говоря, почти не соприкасаться. Ждали мы результат. В итоге пришло, что у Вити ошибка, и мы сейчас едем второй раз делать. Че, готов тест? Да, все готово, поехали. Негативный? Да. Один. Вон я мог оригинал. Спасибо тебе. Все, мы все сделали, вышли из аптеки. Для того, чтобы активировать статус переболевшего, нам понадобился только позитивный наш тест, негативный тест. Нам в аптеке сейчас выдали бумажку, но для того, чтобы им пользоваться, нужно, чтобы с позитивного теста прошло 28 дней. В общем, мы получили бумажку, которую мы будем теперь всегда с собой носить. Это будет наш проходной билет в жизнь. Ой, ты такой сильный открыл уже сам, что ли? Мирончик сегодня опять в 6 утра проснулся, у него нет настроения, он устал, спать хочет, хотя время только 11:30. Вчера купила в ДМ вот такие чипсы с чечевицей и вкус паприки. Вкусные, понравились. Мы только что взяли, посмотрели сертификаты о статусе переболевшего. И здесь указано, что они нам даются не на 3 месяца, а на 6 месяцев, на полгода. До 22 июля он будет у нас действителен. Это хорошие новости. Папа шарик сдувает, да? А мы тут с Мироном играть сели. И у нас такие кубики деревянные разноцветные. И мы тут что-то строим. Все, больше нету, да? Мирон показывает, что мы все кубики использовали. Назад. Да, ну теперь назад опять надо собирать. А можно вот таких человечков, машинку, черепашку, всякое разное строить, да, Мирон? Даже самолет можно построить из этих кубиков. Один. Да, посмотри. Теперь Мирончик решил повырезать. Вот он мне принес, я ему вырезаю. И сам вырезает. Теперь мы собираем животных. Да? Собрать его? Нет. Почему? А пацан? Ты пацан? Ты пацан, а не можешь его собрать? Пацан! Смотри, кого папа еще собрал. Не знаю, кто. Морской котик, наверное. Но у него хвост какой-то странный. Да. Мы папу провожать, да? Папа? А где наш папа? Эй! Мил! Помогай, на, держи. Пока Мирончик уснул, я решила спокойно распаковать свой календарь.
Здесь еще много продуктов осталось. Мне хочется посмотреть вообще, что здесь есть, все открыть, и чтобы я знала, что у меня теперь есть в доступе. Я на днях искала крем для лица и вскрыла несколько позиций. Сейчас покажу, что я уже открыла. Это мусс для умывания, это крем для рук, это скраб для лица, это маска для лица, это лосьон для лица и вот это гель для умывания. Теперь посмотрим дальше. Тут Мирончик уже полазил, наверное, цифра 1 куда-то провалилась. Ладно, потом найду. Цифра 2 я уже открыла. 3 я тоже открыла. Здесь оказался пилинг для лица. В 5 окошке пудра. 6 окошко я тоже уже открыла. В 7 окошке черный карандаш. 8 окошко я открыла. Открываем 9. О, здесь я не открывала, но, наверное, тоже куда-то провалилась, потом поищу в конце. В 10 окошке скрабирующий порошок с витамином С. В 11 окошке попалась помада. В 12 окошке тоже попалась помада. Вот такой оттенок. В 13 окошке увлажняющая ночная маска для лица. В 14 окошке восстанавливающий ночной крем. В 15 окошке бальзам для губ. В 16 окошке здесь увлажняющий бустер после умывания утром и вечером. 17 окошко я тоже уже открывала. В 18 окошке ароматический эликсир. Вот так выглядит. Ну, запах такой вечерний, шлейфный, сладкий. В 19 окошке жидкость для снятия макияжа. В 20 окошке кисточка. Вот так кисточка выглядит, но она прикольная, мне она понравилась, мягкая такая, классная. В 21 окошке крем под глаза, 22 я открыла, в 23 окошке мне попался очищающий лосьон, это из 3-ступенчатого ухода, второй шаг. Вот так выглядит этот 3-ступенчатый уход. Первый шаг это очищающий гель, потом лосьон для очищения кожи и лосьон для увлажнения кожи. В 24 номере мне попалась тушь. Еще нашла блеск для губ. Вот так выглядит наполнение календаря от Clinique. Ну, в принципе, мне понравилось. Тут все есть. И много чего для лица, и кисточка, и помада, и тушь, и пудра. В общем, и декоративная косметика, и уходовая. Мне понравился календарь, тем более, что я взяла его со скидкой, по-моему, хорошей. Если честно, уже не помню я стоимость, но я довольна. Мирончик, почему ты плачешь, сынок? Ты спать хочешь? Да. С тобой полежать? Да. Мирончик только что проснулся и уже просит блинчики заказывает. А завтра у нас 17 февраля, и обещают у нас очень сильный ветер, шторм. В школах и в садиках отменили занятия. Будем завтра дома сидеть, прятаться, да, Мирон? Мы с Мироном сели ужинать. У нас огурцы, помидоры, оливки, тофу, белая фасоль в томатном соусе. И макарошки отварила, сделала к нему соус песто, добавила укроп, петрушку, сырные дрожжи, авокадо и кешью, немножко соли, все пробила в блендере и сделала такой соус. А у Мирончика без соуса, он просто любит. У нас с Мирончиком на десерт еще блинчики. Вот это варенье мне очень понравилось с манго и с вишней. Я включила кино на Netflix, называется Tinder. А Мирончик тут сидит рядом, играет. Молодец! Мирон мне помогает вещи привозить. Сейчас повешу и спать пойдем. Все, мы все сделали. У нас уже без 29. Будем потихоньку спать ложиться.